И все-таки она неизбежна. В Бурятию идет зима. Ближайшие выходные погода резко изменится. Холодный фронт принесет снег, сильный ветер и устойчивый минус даже днем. Это программа «Восточный экспресс» в студии Инесса Питонова. Здравствуйте. В начале коротко о главных темах. Народный самосуд или хулиганство за продажу собаки на жир и шкуру неизвестные изуродовали дом. Кто пострадал по ошибке, расскажет Антонина Болотова. Легко ли дети соглашаются уйти с незнакомцами и как научить правильно их реагировать? Эксперимент провели и советы психолога выслушали наши корреспонденты. Примите поздравления, как в Бурятии празднуют самый древний Новый год, в репортаже Ларисы Иринцеевой. Собака, друг или домашний скот? Разбираться теперь в этом будут полиция и прокуратура. Зоозащитники подали заявление в органы. Их возмутил факт продажи собаки на убой. Этой темой сегодня занималась моя коллега Антонина Болотова. Но неожиданно дело приняло совсем другой оборот. Я не живодерка. У меня все собаки свои. Я не продаю, я никогда не продавала. Сейчас Анжела со слезами доказывает, собак на мясо не продает. Однако накануне со своим спаниелем все же рассталась за 3000 рублей. Объявление о продаже молодой жирной собаки для жира и шкуры заметили зоозащитники. Они же купили собаку. У меня все как горячие пирожки разобрали по 1000. Я не продавала на мясо. Не знаете, на мясо, я вот такое слово даже не говорила. Шкуру. Я написала так просто. А там уже люди что хотят, то и сделают. Если бы я бы делала это, я бы торговала пирожками, а не собаками. Продать спаниель семья решила, так как не справляется. Во дворе еще 5 огромных овчарок. Из этой охранник никакой. Может сгодиться для других целей. Так решили подруги. Почему вам не жалко свиней, коров? А почему собаку жирную жалко стало? Она, может, людям пользу принесет. Больных людей кому-то поможет. Почему мы, например, свинью продали на сало. Ну, нет, здесь ничего страшного нет. Ну, чушь, я понимаю, что это не сало, свинья, это собака. Но она же тоже используется. Вот медведь, он же используется в лечебных целях. Сейчас купленная спаниель у ветеринаров. У собаки последняя степень ожирения. Теперь она ждет нового хозяина. А вот соседний дом ждет ремонта. Сегодня ночью неизвестные устроили самосуд. Однако ошиблись адресом. Нам позвонили соседи, сказали, что ваш дом исписан всякими надписями, разбиты стекла. Мы с мужем быстро сюда приехали, приезжаем, здесь вообще кошмар какой-то творится. Мама никогда в жизни собак никогда не обижала. У нас всего одна собака, это пекинес. Это какая-то ошибка. Зоозащитники подали на продавца в прокуратуру, обвиняют в жестоком обращении с животными. В свою очередь, женщина намерена сделать то же самое. В продаже животного ничего преступного не видит. А вот кто ответит за погром у соседки? Мы утром в живых можем и не быть. Кто за этим будет стоять потом? И за собаки, которую я кормила, отдавала последние. Теперь правоохранительным органам предстоит разобраться уже в двух фактах. Однако, если возможное живодерство еще нужно доказать, то с разгромом дома все очевиднее. Это как минимум административное правонарушение, как максимум уголовное дело. Антонина Болотова, Вячеслав Цыбиков, телекомпания «Аригус». Коммунальные аварии за аварией. Горожане оставались без холодной и горячей воды, отопления и света. Аварийным бригадам приходится работать в круглосуточном режиме. ЧП, по всей видимости, может произойти в любое время, в любом месте. Почему латать дыры приходится в авральном режиме и где заявленная властями готовность коммунального хозяйства к сезону холодов? С утренней планерки мэрии Алексей Фишев. 8 часов без холодной воды. 4 многоквартирных дома по улице Ключевской отключили вечером 13 октября. Причина – прорвала чугунную трубу. 9 часов без света. Частный сектор по улице Залесной отключили от электроэнергии в полдень 12 октября. Причина – авария на высоковольтной линии. Полдня без тепла и горячей воды. 71 дом в поселках Мелькомбинат и Мясокомбинат отключили утром 12 октября. Причина – авария на теплотрассе. Вторые сутки без тепла и горячей воды. В такой ситуации до сих пор остаются 2 дома по улицам Терешковой и Бабушкина. И это далеко не весь перечень коммунальных аварий за неделю. Только на низкую температуру в квартирах поступило более 300 жалоб. В мэрии нашли рецепт, как с ними бороться. Просто своевременно доводить информацию до управляшек, чтобы они отработали жильцами. Чтобы люди знали, что день максимум может быть там полтора, ну, и сколько там времени. Тепло будет подано. Нет информации, отсюда уже недоумение, жалобы начинаются.
Между тем, ЧП могут принять другие масштабы. Без тепла едва не осталось полгорода. 13 октября прорвало водопровод, питающий ТЭЦ-1. Были проведены работы по демонтажу и монтажу трубопровода. Осталось 3 стыка. Значит, сегодня до конца дня мы должны закончить сварку и, значит, установить те ограждения, которые демонтировали. Работы ведутся круглосуточно. Надо перетряхнуть все кабельные линии там, на коленках проползать основную резервную нитку, все посмотреть, сколько это будет стоить, столько будет стоить. Надо делать. Иначе мы же можем так ТЭЦ-1 остановить. А не дай бог зимой. Без тепла могут остаться и многоквартирные дома Улан-Удэ «Стальмос». Запаса топлива только на 3 дня. В аварийном режиме углем обещают помочь ТГК-14. Доставят с котельной в сотых кварталах. Та только сегодня начала приходить в себя после крупного пожара 5 октября. Котельная «Юго-Запад», значит, вчера к обеду они уже ленту все растянули, в принципе, приклепали. И уже были пробный запуск делали, данной ленты. В принципе, все в рабочем порядке. Износ городских теплотрасс сегодня превышает 70%. Сетей водоснабжения уже почти 80%. Городские власти открыто заявляют, средств на ремонт не хватает. Зима еще не началась. Алексей Фишев, Валерий Чедопов, телекомпания «Аригус». Пока зима не началась, в городе наверстывают упущенное. В выходные дни из-за ремонтных работ движение автомобилей в центре ограничат сразу в 3 местах. Далее об этом коротко. В субботу частично перекрытой окажется улица Барсоева. Ограничение движения затронет 2 полосы в районе Бурятского делового центра. Подрядная организация будет прокладывать сети водоснабжения к строящемуся жилому дому. Работу должны завершить до конца выходных. По этой же причине уже перекрыта улица Смольная в районе 4-го корпуса в Сгуту. Общественному транспорту и автомобилистам предложен вариант объезда через улицы Банзарова, Ленина, Куйбышева с выездом на Смолино. Этот участок дороги останется закрытым до 20 октября. Во вторник, 18 октября, закроют улицу Кирова. Движение автотранспорта ограничат на участке от улицы Смолина до улицы Ленина. Специалисты ТГК-14 планируют провести здесь ремонт теплотрассы. Он продлится 2 дня. Открыть движение должны вечером 19 октября. Следите за дорожными знаками и соблюдайте скоростной режим. Это программа «Восточный экспресс». Смотрите далее. Школьные завтраки стали предметом горячих судебных споров. За кого и почему не хочет платить мэрия, интересовался Артемий Шаков. Легко ли дети соглашаются уйти с незнакомцами и как научить правильно их реагировать? Эксперимент провели и советы психолога выслушали наши корреспонденты. Магдаринский стрелок сдался полиции. Напомню, 8 октября в поселке из автомата Калашникова обстреляли здание автовокзала. Ранения получили 4 человек. Подозреваемый скрылся. Сегодня 45-летний местный житель сам пришел в полицию и рассказал о некоторых подробностях. В минувшую субботу в результате конфликта между 2 компаниями, отдыхавшими в местном кафе, завязалась драка, в ходе которой подозреваемый получил телесные повреждения. Взяв дома оружие, он нашел своих обидчиков, продолживших застолье в другом помещении, и произвел несколько выстрелов в оппонентов. Расследование уголовного дела продолжается. В том числе сотрудникам полиции предстоит выяснить, откуда у подозреваемого огнестрельное оружие. Киднеперы возле школ. Улан-Удэ накрыла волна сообщений о попытках похищения учеников младших классов. Новыми случаями горожане активно делятся в социальных сетях и специальных мобильных приложениях. Сначала рассылались предупреждения об антигастролирующих педофилов. Потом в интернете начали обсуждать и какие-то инциденты возле конкретных школ. Самым ярким стал случай в микрорайоне «Аэропорт». Беспокойство нарастало. Девочки, предупредите детей. Вчера с Восточного возле школы была попытка похищения девочки. Мужик на машине сначала предложил покататься, а когда она отказалась, пытался впихнуть в машину. Хорошо, подружки подняли шум, и он уехал. Такой же случай произошел в школе на Шишковке. Расскажите детям. Позже появилось сообщение о неизвестном мужчине на детской площадке. Он якобы заманивал детей в машину сладостями. Кто-то говорил о вопросах полиции в школах. Даже плановые лекции по профилактике, а их всегда проводят в начале учебного года, родители связали с тревожными фактами. Но в школах города информацию о попытках похищения не подтвердили. И происходящее называют слухами и паникой. Не подтверждают факты нападения на детей и в правоохранительных органах, но в данном случае склонны перестраховаться. Сообщения о возможных похитителях проверяют следственные комитеты полиции. Параллельно проверку этого же сообщения проводят сотрудники полиции. Мы объединим усилия с нашими коллегами, чтобы разобраться в этой ситуации. Помимо мер по розыску, указанного в сообщении мужчины, не исключено, что в ходе проверки в Министерство образования Республики будет направлено письмо с просьбой об организации в школах специальных занятий среди детей и усилении мер безопасности на пришкольных территориях. Как
часто и, главное, как рассказывать детям об опасностях окружающего мира. Информации предостаточно, но давайте проверим, как она усваивается. Сегодня наша редакция решилась на социальный эксперимент. Согласие родителей мы попытались увести из школы учеников младших классов. Дочери моей 7 лет. Думаю, что нет. Думаю, что не пойдет. Ирина? Да. Привет. Здравствуйте. Артем? Пойдем к маме. А почему ты пошла с незнакомым человеком? Потому что к маме. К маме? Да, потому что я ей звонила. Она сказала, сейчас подъеду. Поражена, ну, конечно, будем работать, разговаривать с ребенком. Ну, вообще слов нету. Мама попросила тебя привезти до дома. У меня неприятности небольшие. Мама же Наташу зовут? У нас даже с ним есть секретное слово. Очень для меня, много. Я не знаю, вообще не ждала. Ты поверил этому дяденьке? Не так уж сильно. А почему пошел с ним? Я хотел туда. Он учится в первом классе, он, наверное, уйдет, потому что это он всегда, ну, мы его забираем, и как бы он не привык, что там чужие люди его. Руку давай. Там папа ждет, пошли. Нет, я не знаю, с кем я ушел. Он сказал, что он знает моего папу, я подумала, это его друг. А их не уговаривал, я просто взял за руку и увел. Никак не засомневались. Никто не пытался выдернуть руку у меня из руки, допустим. Никто не пытался закричать, привлечь внимание взрослых. Привет, мальчик. Тебя мама там за углом ждет, пойдем провожу. Естественно, мы разговариваем с ним. Постоянно ему показываем примеры. Он, в принципе, знает. Теоретически он знает, а практически вот так получилось. Мальчик, выйди, пожалуйста. Я там, мама ждет за углом, пойдем провожу. Мальчик. Сейчас я звоню. Я звонил бабушке. Вот если ты незнакомого человека видишь, как нужно реагировать? Ну, бежать домой, не ходить с незнакомыми людьми, звать кого-то на помощь или не обращать на него внимания. И сейчас у нас в студии автор эксперимента Саржана Мирдыгеева. Узнаем некоторые подробности. Саржана, ну, обескураживает эксперимент. Мы сами были шокированы. Чистой воды эксперимент. Тем более, что родители убеждали, что профилактическая работа ведется постоянно. Ну, наверное, наши актеры были настолько гениальны. Они как общались с детьми? Что им говорили? Ситуации были самые различные. Были ситуации, когда ласково разговаривали, так скажем. Иногда, наоборот, в таком жестком авторитарном тоне. А какие версии были? Какие легенды? Ну, например, где-то мама сидит за углом, быстро пошли, папа ждет, либо маме нужно помочь. А дети что, они настолько безоговорочно верят любому взрослому, или они были напуганы? Ну, я не скажу, что они были напуганы, они даже не спросили имени незнакомца. Но здесь сыграло несколько факторов, это нам позже пояснил психолог. И он также нам рассказал, как нужно правильно проводить профилактическую работу. Предлагаю послушать. Первое. Взять на себя ответственность за безопасность ребенка. Например, нужно, чтобы кто-то встречал ребенка из школы. Второе. Это не запугивать ребенка. Потому что, когда ребенок боится, его мозг атакован гормонами, и он не может соображать. Третье. Это научить ребенка шумному поведению. Поорите вместе с ребенком на улице. Просто так, пошумите. Это очень действенно будет. Тогда он поймет, что это можно делать, если его куда-то тащат в подворотню или где-то там пытаются зажать. Не придумывать никаких паролей и явок. Ребенку очень важно, чтобы у него были четкие границы. Он точно знал свои, семья и родственники, друзья, знакомые, которых он хорошо знает, и чужие, те, кого он не знает. То есть родители думают, что он так защищает своего ребенка, на самом деле он ему эти границы раздвигает. А как думаешь, детям дома сегодня не попадет за такие эксперименты, за то, что они ушли с чужими взрослыми? Нет, вот как раз это очередной совет психолога – никогда не винить ни ребенка, ни родителей. Если такая ситуация произошла, винить можно только преступника. Ну что ж, предупрежден, значит вооружен. Будем надеяться, что это была учебная ложная тревога, а родители все-таки сделают выводы. Еще одна школьная тема – война войной, но обед-то по расписанию. И именно без него могут остаться школьники. Такой ультиматум мэрия поставила Народному Хуралу Бурятии. Городские чиновники обратились в суд и требуют пересмотреть закон, по которому обязаны доплачивать за питание детей из многодетных семей. Подробнее об этом Артемий Ушаков.
Недовольство у мэрии вызвал республиканский закон об образовании. В 2007 году в Народном Хурале решили, заплатят за половину школьного завтрака каждого ребенка из малообеспеченной и многодетной семьи. Вторую оплатит город. Общими усилиями должны набрать 60 миллионов. Но детский бюджет мэрия беспощадно режет. Вместо своих 30 миллионов в этом году отдали только 16. Первыми закричали школы. Кормить детей стало не на что. Когда вот небольшие разногласия пошли там в школах, да, мы все-таки сказали, ну мы же договорились все-таки, давайте свою долю отдает каждый, да? Но город посчитал, что вот для них эта доля большая, и они с нами решили судиться. Мэрия обратилась в Верховный суд. Чиновники требуют пересмотреть закон об образовании. Уверены, в школе не должны кормить всех многодетных и малоимущих. Тем более, что многие таковыми притворяются, но и их на чистую воду выводят. Но старается школа, изучают условия, обследование проводится, смотрят, чтобы действительно семья, если нуждается, ребенка лучше покормить в школе. Мэрия пытается вывести социальное питание школьников из обязательного в заявительное. То есть школьные столовые станут коммерческими, а чиновники выплатят разовую компенсацию за завтраки. Но дойдут ли деньги до детей, эксперты сомневаются. А происходит такое явление, когда ребенок питается только в школе в течение всего, от целого дня. Остальные периоды времени родители, видать, не могут прокормить, если они многодетные и так далее. Даже, может быть, даже не многодетные, насколько социально благополучные вещи бывают. Только в Улан-Удэ бесплатное питание получает 13 251 ученик. Четверть из них – дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. По мнению экспертов, если мэрии удастся отменить закон об образовании в Верховном суде, примеру Улан-Удэ последуют все районы республики. А ведь спор, по большому счету, о копейках. А знаете ли вы, во сколько чиновники оценивают бесплатное питание для детей из многодетной семьи? Дешевле стоимость 1 литра бензина – 32 рубля. По мнению экономистов, власть имущим есть на чем сэкономить, но мэрия предпочитает сражаться именно за эти деньги. Артемий Ушаков, Виктор Агафонов, телекомпания «Оригус». И смотрите в завершающей части выпуска. Покров Пресвятой Богородицы на богослужении, посвященному одному из главных православных праздников, побывал Алексей Турбов. Кого радуют пятерки, кого Вьетнам, а кто рад другу Олегу. Хорошими новостями горожан поделимся в конце выпуска. Покров день. Один из главных православных праздников отмечают 14 октября. В Улан-Удэ сегодня про всех храмах прошли торжественные службы. Одна из них состоялась в церкви Покрова Пресвятой Богородицы на улице Мокрова. О храме и прихожанах в материале Алексея Турбова. В праздничный день храм как никогда полон. Службу сегодня провел митрополит Улан-Удэнский Бурятский Савватий. К светлому празднику из Сретенского женского монастыря села Батурина привезли мощи Луки, воина Исинецкого или святителя Крымского. Лука при жизни был хирургом. Люди просили у него исцеления телесных недугов. Сломала ребро, пришла, лишь бы мне помогло. Полечиться, думаю, чтобы сегодня полечиться. Господи, исповедую я, Ты воистину Христос, Сын Бога жива. В этом году храму Покрова Святой Богородицы исполняется 20 лет. Монахиня Елисавета была старостой церкви с момента ее основания до 2008 года. Очень сожалею, что в этом районе, в спальном районе, только единственный небольшой храм. Как бы хотелось, чтобы в этом районе еще большой построили, потому что народу очень много. В Покров день все верующие вспоминают явление Богоматери Андрею Юродиевому во Вхланерском храме Константинополя. Там жители города прятались от неприятеля. Мать Иисуса Христа распростерла над людьми амафор, головной убор, и тем самым сберегла город. Это не просто как в народе веруется, да, что на Покров у нас выпадает снег, вот, и люди поэтому знают этот праздник. Нет, в первую очередь мы должны чтить Покров Божьей Матери в том, что она является защитницей нашей от неприятелей. Этот день по народным преданиям – время завершения полевых работ и выпаса скота. В сельской местности начинали готовиться к зиме, и открывался сезон свадеб. Считалось, что на Покров осень встречается с зимой. Одна из главных примет этого праздника – на Покров в день обязательно должен выпасть снег. Тогда зима будет теплой, а снег пролежит до февраля месяца. Алексей Турбов, Батыр Халматов, телекомпания «Оригус». С наступившим! Сегодня в Улан-Удэ отметили Новый год. По старинной бурятской традиции он наступает не зимой, а осенью. Отмечается целый месяц. Праздничные гуляния прошли в этнографическом музее. Елка, хоровод, подарки. С наилучшими пожеланиями. Лариса Ринцеева. Сапан-харар,
В Новый год только с хорошим настроением и только в октябре. Именно этот месяц по старинной традиции – время перехода от старого к новому. В монголоязычном мире он называется Сагансар – белый месяц. И многие празднуют его именно сейчас. Это Новый год, Сагансар. Среди всех монголоязычных народов всегда был, еще и с гуннских времен, поэтому мы восстанавливаем свою традицию. По традиции сначала угощение духом. Знак особого почитания – белая пища – сметана, масло, молоко. Когда сейчас вот, ну, белые макропляди, оно и у казахов тоже есть. Казахи тоже верили в вечно синее небо в Тенгри. Когда все началось, сейчас сказать трудно. История праздника уходит корнями в глубокую древность. Во времена Хунну, Гасариады, Чингисхана. Люди радовались изобилию и устраивали гуляния. Так же, как сейчас дни Сагалгана, но только в октябре. В это время все работы заканчивались, связанные с хозяйством, со скотом. И поэтому это считался старину очень большим праздником. В это время и начинались дни рождения, свадьбы и так далее. Всегда убирали. Все чисто, окна, все всегда вымыто были. Все, пол, дом, все всегда было, что чистые. Заботились об убранстве жилища, нарядах, угощениях. Насчет апельсинов история умалчивает, а вот елку, говорят, ставили. Правда, подарки под нее клал не Дед Мороз и даже не родители, а самый уважаемый человек – шаман. Традиция украшать елку тоже идет с древних гуннских времен. Наши предки наряжали дерево серебром и кусочками ткани, что символизировало богатство и достаток. Ну и, конечно, так же, как мы, под Новый год загадывали желания. А желания во все времена одни – здоровья, благополучия, мира. Поздравлять своих близких можно уже сегодня и вплоть до 14 ноября. Приверженцы старомонгольского стиля считают, что это и есть настоящий белый месяц. Так что с праздником, земляки! С наилучшими пожеланиями! Лариса Иринцева, Борис Бальчинов, телекомпания «Оригус». Кому Новый год, а кому конец недели. О приятных новостях, встречах и событиях. По доброй традиции нашей программы горожане рассказывают на остановке Восточного экспресса. Что у тебя хорошего произошло на этой неделе? Мне дядя подарил ролики, а мама самокат. На этой неделе нам дали зарплату, и мы устроили ребенка на вокал. Ну, когда все замерзшие, все серые, так сжали. Сейчас все идут свободно, как-то улыбаются. Я вышел наконец-то на научно-исследовательскую практику, и сейчас помогу составить книгу памяти жертв политических репрессий. Вчера у моей жены произошло день рождения. Сейчас мы идем покупать подарок. Ко мне друг приехал издалека. Приехал с заработков. Я его давно не видел, рад был увидеть. Подарили билет на массаж. Ой, размяла. Вот так. Сегодня я исправил свою оценку по истории. Получил 5. Всю ночь строчил. А что хорошего произошло у вас? Напишите нам в комментариях под этим сюжетом. Восточный экспресс за обратную связь. Спасибо за внимание. До встречи.